Когда есть чем гордиться, фермеры из Новоспасского района Ульяновской области пригласили губернатора на выставку своей продукции. В этом году владельцы крестьянско-фермерских хозяйств намололи 1 миллион тонн зерна. 40 центнеров с гектара – свежий показатель урожайности. Это немного выше, чем в рекордном 2020 году. Аграрии планируют повысить планку и выйти на 45 центнеров в 2023. Другие районы тоже могут внести вклад в экономику Ульяновской области. В таких районах, как Меликесский, Павловский, кстати, да, Цельнинский, я считаю, ну, в районах Корсунский, где богатые такие почвы, давайте мы будем целиться в 60 центнеров с гектара. Потому что не секрет, что в соседних регионах кое-где 90 и 95 с гектара собирают. В Новоспасском районе убрано более половины посевов зерновых. Это самый высокий показатель среди муниципалитетов. Работали сообща, ученые подбирали удобрения, земледельцы сеяли. Труд каждого оценил губернатор. Передовикам производства Алексей Русских вручил ведомственные награды. Хочу сказать всем ученым регионального аграрного научного образовательного кластера огромнейшее спасибо. Спасибо за своевременные консультации, за пропаганду внедрения правильных агротехнологий. Отдельной благодарности заслуживают руководители сельхозпредприятий, которые организовали по-настоящему эффективную работу своих хозяйств. С поля отправились на Репьевский крупозавод. На производстве обсудили план развития и объемы экспортной продукции. На этом заводе перерабатывают ячмень, горох, пшеницу и просо. За прошедшие годы предприятие вошло в число успешных, конкурентоспособных переработчиков сельхозпродукции. Виктория Чиркова, Юрий Конихин. Улправда ТВ.